Серьезное внимание сегодня уделяют привлечению подрастающего поколения к активному и здоровому образу жизни. И большую работу в этой сфере проделывает Александр Ткачук, известный спортсмен, неоднократный мировой рекордсмен и председатель Приморского отделения Союза писателей России. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Александр Алексеевич Ткачук. И сегодня как раз мы поговорим с вами, Александр Алексеевич, на тему, о которой я сказала выше. Это тема воспитания здорового поколения. Расскажите о своей работе, которую проделали в последнее время, о той, которая впереди. Я знаю, что вы часто встречаетесь, например, со школьниками. Рассказываете им на личном примере, показываете личным примером, каково это быть здоровым. Расскажите нам об этом. Первый добрый вечер. Да, конечно. Мне приходится, ну, потому что я считаю, что это правильно. Если ты что-то можешь показать или рассказать, ты обязан это делать, особенно для молодежи. У меня есть что рассказывать, потому что мне, как говорится, детство очень трудное прошло. Как говорил еще Чехов, я в детстве не знал свое детство. И все это на примере, как я строил свою жизнь и как она проходит сейчас, мне... Только на своих примерах я встречаю учащихся, студентами, курсантами. Мы вот сейчас планируем встречи на кораблях. Я уже переговорил с командованием. Тоже на кораблях буду встречи делать. Поэтому я считаю, свой долг – это нужно переносить это нашим участникам. Я очень доволен, если, допустим, нашей такой здоровой беседы один-два человека, если кто-то возьмет пример с меня или хоть задумывается, я считаю, что я уже не зря живу так сказать, и работы. У него очень много встреч. Вот. И основная тема – это чтение книг. Вот потому что в последнее время вот это поколение, которое 25 лет поколение, оно практически ну, отошло полностью от литературы. Я заявляю это точно, потому что вы знаете, я ну сколько хожу среди молодежи, тем более, и даже вот захожу в спорткомплекс, я ни одного, никого, ни ее, ни его не видел, чтобы в руках была книга. Вместо книги телефон. Все сидят с телефонами. Вы знаете, это какое-то бедствие, это, это пошло, я не знаю, конечно, то, что технология развивается, и она будет в дальнейшем развиваться, впрочем, но нужно в всем иметь меру. Ведь многие родители старшее поколение знают, что это телефонизация вот этот, интернет, это э, компьютер и прочее, это же э, наносит огромный вред здоровью. потому что насколько уже и даже пишут об этом и говорят по телевидению, что максимум можно разрешить своему ребенку где-то час в сутки, где-то, значит, если что-то ему какую-то справка нужно, что то он забыл где-то что-то, что-то найти эту справку для своего, так сказать, может быть, ну не знаю, для чего-то он хочет, хотел узнать, тогда можно заглянуть в компьютер и так далее. Но это же не по головам, потому что, говорю, еще раз повторяю, электроника это бьет не только по психологической но и физически. Александр Алексеевич, а вот когда вы встречаетесь с ребятами, я имею в виду школьные, наверное, больше возраст, да. как вы объясняете им то, что не всегда интереснее в телефоне, да, можно почитать книгу, можно выйти и заняться спортом, на улице побегать, в конце концов, что сейчас крайне редко можно наблюдать, к сожалению. Да. Что вы говорите детям, и действительно ли они принимают ваше мнение во внимание? Ну, есть разные, это сами знаете, это все зависит от воспитания ребенка какая семья. Еще очень много зависит от семьи. есть и семья в свое время занималась, так сказать, собой, и читала книги и так далее, есть библиотеки, естественно, я не направляю детей, чтобы они читали. Есть даже семейные чтения. Вот я знаю одну семью, значит, братишка читает книжки, сестренка она меньше. И так далее, и так далее. То есть есть, а есть, которые вообще, да зачем? Книги, когда все можно найти у компьютера все можно интернете найти. Это неправильно. То есть я правильно понимаю, здесь, на ваш взгляд, большую серьезную роль играет воспитание именно тот пример, который дает сама семья, Конечно, которая растет да, ребенок. Безусловно. Безусловно. Потому что все делается, ну. Мы же тоже когда-то росли маленькие, смотрели, кто-то, ох, я хочу быть таким, ох, хочу это то делать. Вот, вот, это делаю. Это, это же все пример, все на примере делается, все только на примере. Поэтому, когда я встречаюсь с детьми, я рассказываю на допустим, как я начал увлекся книгами, а книгами я увлекся еще 10 лет в возрасте. Я потому что в книгах я искал того героя, на каким хотел стать. Вот еще вопрос. Сейчас, вы понимаете, вот даже я встречался недавно с девятиклассниками, десятиклассниками, и задал элементарный вопрос. Было два класса. И задал элементарный вопрос. Скажите, кем вы хотите стать? Одна девочка сказала, юристом. Остальные 10% есть там в классе, еще не определились, как они встать. Это, конечно, неправильно, потому что потом они поступают в ВУЗы, и почему получается, 78% работают не по своей специальности. Лишь бы только высшее учебное заведение. А кем, кем они будут, что так далее. У меня было совершенно наоборот. Я именно по книгам искал, потому что некого было подсказать и так далее. И книги, и книги, и книги. И моя любимая была книга Джек Лондон, и я нашел своего героя нашел героя, хотел стать моряком. Страшно хотел моряком, даже плавать не умел. Ну, хорошо, и спортсменом, естественно. И вам удалось? Ну, я капитан дальнего плавания, естественно, я сразу, по... там это, если разговор вести, нам даже времени не хватит, как это все получилось, потому что я учился на отлично, а в то время, значит, свобода была, если нет, другие там ФЗО, РУ, СУ отправляли. Вот поэтому, да, я стал капитаном морякотным, капитаном и все время боксировал. Я боксер, профессиональный боксер. И, так сказать, все время, уже 17 с половиной лет стал мастером спорта Советского Союза. И был трехкратный чемпион молодежного первенства Украины. За Украину выступал. Я в городе Сталина был. Угу. Сейчас Донецк, в городе Сталина. Вот, поэтому на примере я привожу. Сегодня вы Сейчас скромничаете, не рассказали, чем вы занимаетесь сегодня. Ну, это пауэрлифтинг, и вы, да, как я ну, говорила, я неоднократный да. чемпион мировой, да, рекордсмен. Да. Ну, значит, только, только надо тут уточнять свои весовые категории и возрастной ну, естественно, группе. Естественно, конечно, да, возрастной безусловно. Группе. Потому что пауэрлифтинг – это вид такой спорта, который начинается выступлением на чемпионате мира даже с 13 лет и хоть до 100. Главное там потом, допустим, 40, 45, 45, 50, 50, весовая категория, возрастная группа. Поэтому это весь спорт очень такой профессиональный и нормальный, доступный всем, как говорится, всем до един. Ну да, я сейчас то, что тренировал, тренирую там боксеров все время в спорте, в спорте, и вдруг неожиданно так, перешел, вот уже 12 лет, уже там лично выступаю на европейских и мировых соревнованиях. Ну, на России не выступаю там, а только на Европу и мир. Потому что более-менее там есть противник. Еще есть. А вы занимаетесь с мальчишками, девчонками? Может быть, они обращаются к вам и хотят, чтобы вы лично их тренировали? Бывали такие ситуации? А я, допустим, тренируюсь, а мне не надо говорить. Они смотрят на меня, и, ну все думают, или ненормальные в таком возрасте, или же действительно фанат. А я им, да, я им все подсказываю. Если начал заниматься, прошел в нужно ставить особенно перед собой цель, как я говорю, седачивающий я хочу быть таким-то. И цель должна быть достигнута. Как вот самурай в свое время. Если самурай сказал, не выполнить свою цель, которую поставил, значит, он харакири себе делал. Но я не собираюсь харакири делать. Но, тем не менее, пускай еще нужно обязательно быть цель. Вот я сказал, что буду чемпион Европы. Я сделаю. Чемпион мира, значит, буду. То есть, работай, работай, работай над собой и все. Поэтому я все на примере. Тут стоит добавить, что вы также ведете, при всем при том, безусловно, здоровый образ жизни, потому ну, что оба... быть в форме это работать над не, собой. Постоянно. Ну, это даже говорите, допустим, я хоть Дидомовский, ну и тем более 10 возраста, и не знал, что такое сигарета, что такое там водка, допустим, спиртные, если бы я видел себя пьяным, я бы, наверное, повесился, или застрелился. У меня такого не было. Хотя много друзей, мне бывало много очень в компаниях был и так далее. Красный, сухой вина, бокальчик второй, никаких проблем. То есть есть. А так, да, слежу постоянно с собой и постоянно тренировки. И где бы я ни был, куда бы и не ездил, я всегда в спортивной форме с собой. Мне кажется, Александр Алексеевич, очень важный момент, вы сейчас его проговорили, я хочу подчеркнуть, остановиться чуть подробнее. Вы из детского дома, да. и, тем не менее, вы говорите, вы вели всегда здоровый образ жизни, правильный, вы добились всех целей, которые подставили, поставили перед собой. И вы, получается, сломали стереотип о том, что дети, которые воспитываются в детских домах и в других подобных учреждениях, они, как правило, совершенно неблагополучны. Не, ну, это, это контингент особый, как говорится. Особый, совершенно верно. Вот вы как раз сейчас, я знаю, ездите в подобное место, да? А, да. Встречаетесь, проводите ну, также так, встречи. Да, Расскажите так получилось, об этом. что я э, член УНК, то есть наблюдатель комиссии по правам заключенных. И мне, да, я вот в 29-й колонии встреча была, кстати, я как там встречался не только по части э, жалоб там, а приехал как литератор. И вы знаете, там начальник колонии говорит, что это впервые такое, чтобы литератор выступал перед нами. Это очень, говорит, здорово. И побольше бы таких, говорит, нам бы встречи и так далее. Поэтому мне особенно интересует это, те, которые ну, по каким-то причинам оказались, так сказать, вне закона. Вот, допустим, в СИЗО у меня была встреча, там 18 таких, такая, там разделений есть, которые сидят молодежь и, и взрослые, они отдельно все. Вот была встреча с ними. Мне намечается встреча с взрослыми, тоже меня пригласили. Сейчас намечаю, после сорвания приеду, значит, в Рангель, там есть колония 31-я, которая и дети сидят с 14 до 18 лет. Там учреждение такое. Это очень важно, потому что я буду именно на своем примере, что я в Дедомск, вот прочее и так далее. Но я не, попа не попадал в такие истории и так далее. Вот. Поэтому я считаю, что очень важно, очень важно. Мне, э мне приятно, что я, ну, во мне нуждается. Мне приятно, что я востребован. И я буду делать до тех пор, пока у меня будет силы и возможности. И это для меня это моя цель жизни, потому что, во-первых, вот, нужно приучить детей читать книги. Это в первую очередь. В книгах есть добро и зло, ненависть и преданность, то есть предательство и, это, и преданность. Вот. Поэтому все там есть. И если чем раньше ребенок читает книги, тем он, как у нас говорят в народе, не по возрасту взрослеет. И он меньше делает, когда становится взрослым, меньше делает ошибок. Вот что самое главное. Это очень важно, поэтому... А видите, сейчас мышление заканчивается, все тупеют, я скажу, потому что интернет и прочее, так далее, мышление никакого не дает. Он сразу все это ему выкладывает, он не думает об этом. Потом дети, я уже замечаю, что такое поколение, они жестче становятся, они не так уважают старших. Я вам скажу, что, допустим, я вот езжу постоянно, в автобусах, в общественном транспорте и объявляет, пожалуйста, освободите места пожилым людям, женщинам, детьми, там, прочее так далее. И вы знаете, вот, вот был буквально пример неделю. Я зашел, 23-й автобус зашел, и все, как правило, молодежь в телефонах. Вот она сидит, телефон уперлась, а тут объявляет, главное, что тут объявляет, а рядом стоит седая женщина. Старушка стоит, стоит, за ручку держится, где она сидит. Казалось бы, вы знаете, я не выдержал, подошел, очень жестко взял за руку ее, так чтобы она что она что-то оскривилась. Говорю, бабушка стоит передовой. И вы знаете, с таким недовольством встала со стула, нет бы, извинилась и так далее, и так далее. Ну как можно? Разве можно такие вещи допускать? Конечно, нельзя. Потому что я же говорю, они жестче становятся, это молодежь. Мне Необщительно. Кажется, здесь еще очень, как мы говорили, выше большую роль играет проблема воспитания. Поэтому да, и родителям нужно повнимательнее быть к своим детям, а не дать этот телефон с раннего детства, да, и чтобы ребенок сидел, исключительно да. занимался и все, телефоном. И все. Это тоже проблема сегодня, конечно, об этом говорят: и психологи, и, и все, в принципе, кто понимает, что нужно да. что-то с этим делать. Я, как говорила, вы также являетесь председателем Приморского отделения Союза писателей России. И интересно узнать, какая работа проходит. В данной сфере вашей сегодня, как обстоят дела? Ну, наша задача, как писателя это естественно писать книги и потом их доводить до сведения, о чем пишешь, какие, над чем работаешь, и так далее. Это своим читателям. Ну, как правило, назначаете встречи, как я уже говорил, с школьниками, где там по клубам, и так далее, встречи. И рассказывает об этом. То есть, получается, как самореклама, реклама, что ли, что такое писателя. Ну и главное, что. Опять-таки, наставление то, чтобы наши, наше подрастающее поколение побольше читало. Поэтому у меня писатели разноплановые, особенно много работают те, которые находятся вне центрального города, допустим, там в районах. Вот. И а ночь. это, кстати, очень важно, потому что если да. в центре у нас есть возможность пойти, привести ребенка куда-то, то не такой большой выбор, не такое большое информационное и развлекательное да, поле, к сожалению, в маленьких я не, Да, и мне докладывают, я все спрашиваю, побольше встречайтесь с школьниками и так далее на местах. И их с удовольствием там везде принимают. И, допустим, там Спаска, там Анучин, и вот Артем и прочее и так далее. Поэтому, а у меня вообще, говорю, на встречу было вот в академии, таможенной академии недавно было просто стол главных читателей, там было такое, ну, люди собрались из библиотеки и прочее, так далее, там я тоже выступал. Потом, значит, вот э, в 13 школе завтра будет, кстати, 13 школы в ноябре месяце 80 лет исполняется. Мы им поможем провести эту встречу. Ну, а как же, все же там они готовят материал, скорее всего, даже журнал мы выпустим, Поможем выпустить и журнал, mm -hmm. отредактируем, все как положено сделаем. Я уже переговорил, завтра буду еще раз на тему разговаривать. Потом в 78 й у меня школа. Ну и потом дальше поездки. Главное, что тут мне меня через две недели. Поэтому я так ориентируюсь, что на выезде, не на выезде, а здесь себе в Лавистоке. Ну и потом еще в СИЗО буду, встреча в СИЗО. Да, поэтому наши писатели работают именно, это тема наших писателей. Работать в подрастающем поколении. То есть и во многих городских мероприятиях, в том числе, вы активное участие принимаете, правильно понимаю? Да, конечно. Я хочу вернуться к спортивной теме. Вы вернулись с соревнований в Фин Финляндии, которые да, проходили, да. в очередной раз одержали победу. Я вас хочу поздравить с ней сейчас. Да, спасибо. Расскажите, как все прошло, и расскажите о ваших дальнейших планах. Я знаю, что вы долго на одном месте не сидите и наверняка собираетесь уже на какие-то другие соревнования да. поехать. Да, это два месяца назад я был в Финляндии в Хельсинки там чемпионат Европы проходил. Ну, там сильно, конечно, все это проводится на высоком уровне. Тогда. Напомню, это соревнование по пауэрлифтингу. Да, пауэрлифтингу, да, да. Ну, я пауэрлифтинг, там, троебор я, но ну, я чисто жимовик. У меня руки побиты, я еще так не могу штангу таскать и так далее. Вот, а я чисто жимовик. И м -м -м, было много участников, где-то около 600 участников было. Сильно проводили соревнования в моем, моей группе и в возрастной группе и весовой категории было два противника, это Чехия и Хвин. Ну, я, естественно, был настроен, выиграл и рекорд установил. Есть... Я вас опять поздравляю с этой победой. Mm -hmm. Я не удивляюсь каждый раз, когда вы приезжаете с ней, потому что действительно практически все соревнования, на которые вы уезжаете, улетаете, вы одерживаете в них победу. А какой вопрос хочется задать в связи с этим Говоря о вашей возрастной категории, вы всегда выезжаете на, миров... на мировые соревнования. Да. Европа и мир. Как много людей вашего возраста да, понял. занимаются спортом в разных городах мира? Вот я опять на этих соревнованиях был самый старший. Мне очень приятно, когда на табло там пишется так далее Россия, откуда я, кто я так далее. Вот это мне немножко берет то, что я защищаю, как говорится, Россию. То есть в любом случае, какой, в чем я не победил. Если слово «Россия», это значит победа нашей страны. Поэтому, да, максимум – это два, два человека максимум. Два-один человек бывает. А бывает, ну, что такие чувствуются ну, uh -huh. не такого уровня. Ну, мне легко их выиграть и так далее. Ну, сейчас вот на Европе единственная у меня сейчас проблема – я травмировал плечо, а это вид спорта очень травмированный. Угу. Тут и грудь разрываете, локти и так далее, прочее. Вот, поэтому травмировал плечо, и я, как приехал, полтора месяца вообще ничем не занимался, ну, врачи занимаются, физиотерапией и так далее. И мне сказали, ни в коем случае нельзя, потому что, когда УЗИ там посмотрели, а мне сильное растяжение Здесь, вот это в этом месте. Я вот только вторую неделю начал заниматься, а мне первое числа уезжать на чемпионат мира в Москву. 1 ноября. Да. И чувствую, что я не то, могу сделать то, что я делал. Uh -huh. ну, то есть пока что силы еще не восстановили. Нет, да? да. Это раз, это трех я вес потерял все время. Переживаю и так далее. Потому что не так получается. Ну, посмотрим, кто там будет. А вдруг там никого не будет. Ну, поэтому такое может быть. Ну, такого редко бывает, но тем не менее, значит, это самое. Но я должен все равно ехать. Я уже хотел практически, был так расстроен, что хотел сдать билет. Ну, там гостиница уже заказана и все прочее. Ну, ладно, думаю, поеду. Я уверена, что все будет хорошо. Ну, я тоже уверен. У меня 17 год вообще без поэтому я думаю, что будет нормально. Вы не так давно отметили свой юбилей. Я хочу вас поздравить сейчас от лица восьмого канала, от лица наших телезрителей. Хочу пожелать вам исполнения всех ваших планов, дальнейших побед хочу пожелать. И хочу, чтобы вы немного рассказали о своем юбилейном годе, как он у вас проходит, как ваши ощущения вообще, изменилось ли что-то вообще? Не, ну, ничего не изменилось, я как был, такой и остался. Я, собственно, мне постоянно журналисты, когда Сталкиваюсь, потому что я приезжаю, мне постоянно то на радио выступаю, то вот к вам прихожу, то еще все время спрашивают, сколько мне лет и так далее. Постоянно задают, сколько лет. Я уже начал отвечать: я Дедомская, я не знаю. Я? То есть вы секрет не нет, раскрываете. Да, нет, ну я просто говорю: я сын России, вот и все. Больше ничего. Самое главное. И почему я и призываю наши молодежь, чтобы, так сказать, читали книги, особенно книги, те рассказы, которые рассказывают о нашей истории. Ис истории нужно знать с своей стороны. В какой исторической времена какие были известные люди, какие подвиги совершали. То есть патриотизм должен постоянно присутствовать в нашей беседе среди молодежи. Потому что, сами знаете, есть, например, его, вот, что творится на Украине. Мне очень обидно и больно смотреть, чему детям, чему детям учат, детей учат. Это же уму непостижимо всю историю, так сказать, кромсать и прочее, так далее. только, так сказать, бандиты у них во главе были когда-то и так далее. Но только не те патриоты, которые во время войны, допустим, вложили в свои головы, чтобы они сегодня жили мирно. Поэтому вот это моя задача. Я ее провожу и настраиваю всех писателей, чтобы они об этом говорили. То есть историю знать, культуру знать и быть патриотом своей страны. Александр Алексеевич, я хочу поблагодарить вас за этот разговор. Еще раз поздравляю вас с юбилеем. Поздравляю вас с победой и желаю вам очередных побед. Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня. Вы отличный пример. Не только для подрастающего поколения, но и для всех нас. Да. Спасибо, спасибо вам большое за просмотр. Спасибо, что пригласили. Я напоминаю, что это была программа Время говорить. В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом.